А, запись запущена. Все. Запись запущена, все. Все, все нормально. Все, расслабься. Да, музыка хорошая, расслабляющая. Всем доброго времени суток. С вами Маргарита Низбекова. И Александр Кондрашов. На этот раз я в плане просто поддержки. Вот. Короче говоря, мы сегодня начинаем проходить игру под названием Yoku's Island Express. Это что-то очень-очень слегонца похожее на Rayman Origins. Очень слегка. Про жучка забавного, который совершает доставки по волшебному острову, и вообще это как бы пинбол. Платформер и пинбол. Не-не, подожди. Да, ячейку пустую вот эту, да? Продолжить с того места, где я помню, начинал. Проходить будет Марго, она его уже проходила, и она же порекомендовала. А я так, просто поприсутствовать. Поехали. Я буду читать всякие эти. Так, это мой стакан, да, собственно? Это мой. А, это мой. Блин, шапочка у меня такая классная. Вот, вот прям Rayman, вот, вот это вот экран, прям Rayman. А можешь назад, кстати, сходить? Назад потом сходим. Ну, пляж Мукумана. Почтодактиль. А, это ты новый почтмейстер, которого прислали мне на смену? Вот и славно. А то тут назревает кое-что такое, что мне бы надо поскорее делать ноги. Но сначала вот тебе первое рабочее задание. Это мой старый значок почтмейстера. Доставь его Ниму Тумачу в деревне. Отныне ты в ответе за островной экспресс, так что уж постарайся доставить значок Ниму, а не то плохо тебе будет. Я на этом откланиваюсь. Прощай, желаю удачи и береги островной экспресс. Почтодактиль. Так, правда, камера почти разрядилась. Если что, я поставлю другую. Это старый значок почтмейстера, и надо отдать Нину. Ниму Толмачу. Уже целиком проходил, ты все знаешь, Гиша, да? Знали, платформа с элементами пинбола. Да. И жук этот, по идее, это навозный жук. То есть этот скоробей. Поэтому он шарит. Фосфор. Ты куда это лезешь, а, патчмейстер? Это моя запруда. Хочешь ее перейти, плати пошлину. Прям как мал. Прям как в Гарри Поттера по сути писали. Слушай сюда, то, что мне нужно, растет на высоких утесах. Сочные заливные грибы. И прямо слюнки текут. В общем, принесешь мне большой гриб, и я тебя пропущу на другой берег запруды. Как у них здесь жут? Найти заливной гриб. В общем, заливный, не знаю. А, заливный, потому что в заливе, наверное, что-то. Не в смысле, он заливной, а заливный. За фрукты бусины, которые собрали. Да. Давно уже не играл. Уже начинается именно пинбол. Пинбол. Да. Первая пинбольная. Это я все проходил пока еще там. Ну, попробовал поиграть, говорю. Побольше фруктов выбить. Ну да, я здесь выбил все, правда, недалеко здесь прекрасно получилось. Я вот это выбил. А, мне это заняло гораздо больше времени. Почему жук за ним толкается, так просто таскается каким-то за этим, да, шариком. Бедный жук, на самом деле. Так, теперь мне надо как-нибудь убить, да, вот место, да. Справа чуть полная.
Кореночек. Кореночек. Это кореночек. Говорят, чем больше их соберешь, тем больше будет удачи. Это основная фишка — собрать все кореночки из игры. А. Слово такое было. Так, а там-то все не собрала еще, да? Это... Блин, я трек уже хочу скачать. Немножечко вот так вот. Это у них там фрукты? Да. Потому что что-то меня много. Ну, здесь камера продержится. Так, мы все стоп дали. Шумелка. А, ого, да это же шумелка. Можно подрубить мне, чтобы привлечь внимание, нажав Enter. А что она? Она тоже тратится, да? Нет. А, это чтобы разбивать всякую такую мелкую. Бальдина. Я сюда часто по грибы хожу. Самое грибное место, только смотреть надо внимательно. Ядовитые поганки часто растут рядышком с заливными грибами. А их только куснешь, и много дней можно без сознания пролежать. Если все же хочешь набрать грибов, советую утесы на восточной стороне, они там сочнее всего. Ну-ка, музло красное. Прям отличное, серьезно. Игра, как понимаю, местами тоже довольно зверская по хардкору, да? В этих местах, да. Я так хотел спросить, а пойдем ли мы туда, пойдем ли мы туда? Думаю, что пойдем. Если все это проходило, ты знаешь. Да, я просто иду туда, пока туда можно идти. А назад нельзя? Можно, немножко сейчас. Но сначала надо туда, налево, направо. Направо. А, там мы были, надо назад возвращаться. А там вон весь шарик здоровый наверху. Это то, что... Свистелкой надо его. Нет, вот надо это, его, нет? Надо его... А, не были там. Есть? Да, вот этот вот. Мы не были там, да. Сейчас. Так, ну мышка, к сожалению, возможно, записывается. Я не знаю, почему, она, по идее, не должна. Короче, это вот мы посмотрели на местность. Я же вижу, что ты туда не сходи. Да, их два здесь даже. Там еще внизу овощи, а фрукты, в смысле. Два глаза обезьяны. Два глаза, у него на рогах какие-то. Рога такой чувак, у него на рогах. А. Смотри, глаза стихи такой чувачок, у него на рогах. У нас это... А, да, слушай, глаза. Щечки такие розовенькие у него. Очень приглядывалось. Ну, точно, на ноуте, если играл у себя, возможно, это маленькая. Антис, как внизу вот это, я не знаю, здесь. Здесь он жук какой-то вон, или что это такое там, листья. А отсюда, видимо, все уже. Просто назад теперь. Тоже еще вообще там был Enter, можно нажать было тогда. Там Enter можно было что-то нажать, когда в этом круге было. Потому что это вход туда, через Enter. А, ходи, то есть он не просто так вот закатывается, а через Enter. Это зеленой этот гриб. Завидный, да? Да, завидный. Сейчас упаду. А? Ай-яй-яй-яй-яй. А что, упадешь, то ты с чекпоинта начинаешь, да? Нет, нет чекпоинта. А сохраняешь кого-то? Это сейчас потом тебе расскажут. А, то есть сохраняешь вообще... Сохранять можешь сколько угодно. А, то есть сохраняешь это в целом на... А, здесь еще... Если ты выходишь из игры, да-да. Ну да, чтобы начать с этого места. Почему нажимаю левый щит, правый щит? Вот сейчас мне нужен только один левый. Почему я нажимаю еще правый синхрон всему? Я бы просто такое играть не смог, серьезно. Я бы очень быстро послал это нахер. У меня была бы смотровая. Но мы его целиком пройдем. Зараза. Я так и задумывался. Чтобы все собрать. Сочный заливный гриб. Это сочный заливный гриб. Он очень вкусный. Там карта обновлена. Покормить угря. 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 Угря, блядь. Ядовитая поганка. А, кто ее съест, тот долго будет лежать без сознания.
А, то есть может быть даже ядовитых набираться. Там внизу еще, правда, вот один был, но я не знаю, кто его. Есть смысл. То есть фрукты все не обязательно прям все собирать, да? Главное этих вон кого? Они вес прочим. А, правда, а этих как? Кореножек. Кореножек, главное, синожек. Ну, в принципе, можно просто начало, да и все. Да, да, теперь вот сюда. И вот туда вот направо. Все неправильно делаешь. Правильно? Нет. Вот что-то неправильно. Потому что там нужно было открыть другой проход. Вот этот. Вторая была открыть проход. Ага. Тогда не знаю. Ладно, хрен с ним, да я сам тут еще буду проходить. Ну, туда можно будет пройти, да? Я тут можно ходить вот такой. А. Ой, чем это так вкусно пахнет? Неужели заливным грибом? Давай его скорее сюда и сможешь проходить. Что ты дает? Что ты выдал? Я знаю просто, что... А, то есть ты еще хочешь, чтобы на мне ответственность была за этого чувака? А здесь как вообще? Типа, я не знаю, вот я первый раз играю, да? Да, вот ты первый раз играешь, чтоб ты мне дал? Не, ну заливный, да, я бы не стал вам подарок. Мне жалко. Да, вкуснятина, ты молодец, жучок, можешь идти на ту сторону пруда, разрешаю. А если по танкам дать что будет? Потом узнаешь. Так, сейчас будет еще возможность узнать, да? Так, горили. Ну, если бы я тогда по танку, то он бы, ну, отравился. Ну, это понятно, просто как бы... Ушел. Пошел дальше тоже. А, просто... а, то есть это какие-то последствия, потом в зависимости от того, как ты с людьми себя... Нет, совсем. Но какие-то последствия есть. От того, какой ты делаешь выбор, да? Ну, это не как по-другому. Ну, понятно, но просто определенные вещи по-другому. Не знаю, мне больше не нравится. Ну, сундучок еще какой-то. Мы туда очень низко добираемся. А. Ёлка моя. Мне кажется, что надо понять, сколько раз надо на том же месте пройти. Ну, да. Кстати, тут пчела. Где? Вот здесь сверху. Угу. Мы сейчас не сможем туда зайти, у нас просто документов нет. Мы это кормим. Вот, чтобы тут пройти, нужно на пчелайн. Вот, дорогу на пчелайн, видишь? А показывается где-то, сколько их осталось, или сколько вот этих чуваков? В табом, наверное, да, если там нажать? Нет. Ну ладно. Просто как понять, допустим, собрал я все или не собрал за уровень? Что-то было. Ну-ка, может, на табу пробел? Там нет, тут уровень один. Тут один большой уровень. Нет, это когда ты их собираешь, тебе говорится. А, ну все, не, раз один уровень, тогда я понял. Думаю, это разные будут. А, в принципе, не очень большая. Довольно большая. Улучшенный кошелек, а теперь он может помещаться до 150 фруктов. Да, это хорошо. Прокачка есть, последствия ваших действий, прокачка. Ну, это RPG, все дела. Чиркуны. Эй, жоп, помоги нам! К нам гнездо пыльничь! Пыльчики забрались. Проходи их, пожалуйста, мы тебе что-нибудь хорошее дадим. Паш, ну пригоняй пыльчиков. Поговорим о награде. Зараза. Как говорил Геральт, поговорим, ну это типа... У меня никуда не пропало желание каждую шутку мою объяснять, блядь. Вот и дай бог ты не поймешь, что я пошутил про Геральта. Вот прям вот. Тупые же зрители смотрят. Я уже второй раз сдохла. А ты теряешь фрукты-то, да? Ну да, но это не самое страшное. Я еще только. Сейчас здесь да, сейчас тебе постепенно объяснят. Ага, окей. Я тороплюсь. Не хочу, да, как раз. Не, все правильно, как если ты по игре объясняется, что заранее. Да
блин, как тот-то. Я еще не только это, я жду вот. Видишь, вот здесь вот. Куда залететь надо еще? Надо несколько раз залететь там, чтобы самое... Выбить все, что нужно? Да. Просто я хочу, чтобы меня сейчас побольше было. Видишь, собирается там. Угу. Медиативно, когда ты не в этой, когда не ты в это играешь. Ну вот, тоже ну, нихера себе. На Миядзаковский хоть чем-то похоже. Черный какой там был. Заставочка. Заставочка, мы туда еще наберемся. Спасибо, что избавил нас от пыльчиков. Пускай тебя кто-нибудь другой, кого-нибудь другого нанимают. Вы такие добрые, прям не могу с вас. А что там дают? Дают, просто дадут очень много. А, вот. Понятно, да. Значит, чем большие фрукты за несколько засчитываются, да? Ай, бля, ай, бля. Ай-ай. Здесь можно гриндить на самом деле, да? Но они не бесконечные прям. Но довольно много их здесь. Хотя по одному, по два вот сейчас так. Сейчас вот, да, вот сюда уже. Так, отлично. Едем дальше. Сохранёшечка. Пинок. Ух, наконец-то, не знаю, сколько же я сижу в этом старом вонючем горшке. Меня зовут Пинок, я тут новенький, я вроде как перед тобой в долгу за то, что ты меня выпустил, так что... Давай я помогу тебе подняться по башне, заблокирую эти шипы, другого пути в деревню нет. Я заблокировал, конечно, там как бог. Мы с тобой отличная команда. Побуду-ка еще с тобой, помогу чем-нибудь. К вам присоединился Пинок. Теперь Пинок будет случайно появляться в пузырьках и закрывать ловушки с шипами. Теперь можно пойти в разные места. Можно пойти наверх, и там больше по сюжетке. Можно пойти направо. Давай, в данном случае смотри сама как хочешь. Да, мы лишь пойдем направо. Я сейчас тоже... вообще очень далеко от сюжета идти. Ну хорошо. Я люблю вообще проходить все целиком. Скипер! Эй, ты тот самый жук, что прогнал пыльчиков! Раз ты такой молодец, у меня есть предложение. Пыльчик кошелек побольше, чтобы в него влезало больше фруктов. Он твой, всего за 100 фруктов. Держи, я сразу бы он тебя увидел. Вот мой покупатель. И эта игра проработанная. 200 фруктов вмещает. Из товара денежные отношения, прокачка. Нелинейный, знаешь, то есть вообще. Сад слизней.
Смотрите, сада слизней. Жару слизни бывают нестабильны. Стоит их только тронуть и... Бабах! Смотрите, сада слизней. Рад познакомиться, жучок. Со слизнями теперь просто беда. Я бы сам справился, но... Только как Хагрид, знаешь, который тоже с этими плодоядными слизнями, которые пожрали всю капусту. Все инструменты для работы со слизнями остались у меня в сарае. Вон там, на лугу. Да, только до него не доберешься. По пути повсюду слизни. Если хочешь серьезно заняться слизнями, можешь одолжить у меня инструменты. Главное, чтобы ты хоть парочку слизней хлопнул по дороге на луг. А там всегда интересно, типа, почему плотоядные слизни пожрали всю капусту? Они плотоядные. Может, они думали, что это голубцы. Может, они голубцы себе делали. Сначала нажрались мясо где-то и пошли еще капусту себе поесть, чтобы в них голубцы внутри получились. Смотри. Чё? Давай ты будешь ты с моей, вот ты его знаешь, что ты его, какие-то выборы, если что, я буду решать ради бога, а вот ты нет, давай. Нет, ой. А слизняки что они делают? Они тебе потом помогать будут. Подбираться в те места, которые... Когда ты получишь инструменты для работы со слизнями, ты сможешь вот этот вещь, вот эту штуку, которую мы сейчас врезались. Ну да. Этот пинок сейчас нифига. Ты же вас слизняков не выкидывал больше, можно будет ее... Нет. Можно будет этими слизнями разбивать. Понятно. Сейчас там закрыт ход к этому чуваку, которого надо собирать. К любу местному, короче, буду его понятными мне терминами. К чему местному? К местному люму. Ну, там люмов надо было собирать, здесь этих жучков. Я не могу пока запомнить, как их называют те жучки, которые есть на всех собрать. Переночки. Блин, такая расслабляющая, когда ты, говорю, не играешь. Слышь, смотришь, а такая музычка, такая, знаешь, пум-джим, парам. Парам-парам-дам-парам. Пока здесь слизни будут бесконечно спавниться, да? Ну, я понимаю, пока ты вот эту штуку не разобьешь, будет, да? Ты их сам выбиваешь. Вот ты нажимаешь на то, вот видишь, вот эту штуку. Это на самом деле делается. Потом обычно ты это делаешь сам уже. Там же какая-то вообще песня пошла, вот опять не просто музыка. За все какое-то время вылезаешь штырьки такие, которых касаешься. То есть обычно их нет, а потом какие-то нет сейчас. Тогда я не понял. Ну, сейчас сам рандом из-за двух этих, да? Ну да, короче, надо будет кое-что взять вот здесь. Угу. Сейчас я не могу взять.
Нет, это не то место. Я уже совсем не понимаю. Ничего не думала. Это слизнесос. Чтобы засосать слизни, нужно приблизиться к нему и нажать Shift L или Shift R. Бимузло такое расслабляющее. Вот отсюда мы потом еще будем вылетать. Ага. Звучит, что мы не слушаем спать Гарри Поттера, записываем. Можешь нажать, не нажимать? Вот, сейчас засосался. И ничего. Теперь я могу. Тот камень, который там, да? А, теперь она отбивает... Когда внутри слизи, он отбивает вот эти шары, да. Шары закрывает. Щит. Щит, он сказал щит. Щит to kill! Burn it with fire! Ой. Я не на кнопочку нажал. Что-то я слишком много дохну. Это давно не играла, потому что... Вот. Ты сдох 10 раз. Так, еще секретный. Надо думать теперь, что это такое. Еще загадки всякие. Ну, загадки, в смысле, типа, что бы это значило? Ну, все, я начал зевать, кошмар, все, нельзя, фу. По щекам себя не спать. Всего-то 8.42. Да. Мы где-то 12 часов назад встали. Даже больше 12. А потому что расслабляющий пиздец. Когда я сидел бы сам сейчас играл, у меня бы пердак горел просто синим пламенем. Когда ты слышишь это со стороны, так не ира, такая расслабляющая музыка. В Реймане хотя бы музыка боевая еще. А есть музыка такая. Да, да. Да. Такой, знаешь, релакс. Горящая жопа. В моем случае было бы так. Shoot time. Смотрите, сразу слизней. Многие боятся слизней, но только и мы слизнелюбыми показалось. Снизнеловый. Мы бастион, что защищает цивилизацию от слизней. Да, кстати. Если хочешь вернуться в деревню, советую держаться левой. А, левей. Мимо большой обезьяны и вверх по башне. Thanks. Thanks, man. You're a main man. Так, не успеваю попасть. Место, сволочь ты, вот так. Да, я понял, что нет. Это я за них извиняюсь, они же не извиняются никогда, лишь сволочь. Тебе надо разбить тот шар, да? Да, надо попасть. Где-то процентов 30 от игры ты пытаешься попасть в нужное место, если не 40. А, ты вообще не взрывается сам сейчас? Блин, ты туда попала, но без слизня, зараза. Я думал, сколько угодно держаться может. Нет. На время. Это очень красиво, когда надо сделать реально что-то очень сложно. Ты вот уже, подошел, подобрался, на то место с трудом, когда он бац, и это самое. Да-да. Ну, это на самом деле еще так как-то... А, там уже когда появляется фигня, Space нажать, и видишь, она показывает.
Да, а, точно, вот, вот оно. Здесь помню, что было, это же у нас наш карман. Четыре у тебя этих. Старый значок почтового портсмейса, поганка. Смесь сос. А, ты же пробел нажимаешь, он... Угу. Сама все забыла. А? Я же сама все забыла. О, статуя обезьяны как раз. Может, цирк? Я когда-нибудь не могу, просто не покажу. Горильный лес, большая обезьяна. Ну, мы сходим сюда, просто для прикола. Давай. Я потом пожалею в этом. Пожалею в этом. Об этом приколе, да? Да. Участок почвы. Участок сочный, сырой почвы. То есть сюда что-то надо посадить. Да, надо запомнить. Ой. Это на вторую серию классика? Хватит, я не про то, что я заслышал. Нормально. А пипец какая медиативная, серьезно. Медиативная. Я это и сказал, как бы. Это я и сказал, что что-то... А там сохранишка была. Там была сохранишка. Сохранился. Не знаю. Там, видишь, цветочек, это сосерочка. Сохранился. А, он распущен, да. Если он в бутончике, значит не сохранился. Если распущен, значит сохранился. Пиздюка еще одна вижу. Слева с самого края. Как ты собираешься? Ну это он. Да. Потому что он в пузырьке, а тут что-то из пузырька. Потом скажешь, какое было место. О! 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 Я не знаю, как это здесь, как это получилось, но слова мира, это же специально сюда заберешь, просто заберешься. А какое место было? Покажешь потом, которое ты проходил, черт и сколько? Да. Я уже прям вот никогда в жизни такой истерики не возил ни одна игра. Вы понимаете, это игра, которая Марго до истерики довела. Это человек, который после того, как я сказал, идет нахуй Реймон, потому что у меня просто... Мы реально нервы начали уже сдавать, у меня тряслись руки, мне было физически плохо. Она пришла и такая, сейчас вы будете. Прошла, эта игра довела ее до истерики. То есть сразу смотреть стало интереснее, да? Оказалось бы, такая штука расслабульная. Пять минут прошло. Mm-hmm. Если что, вон таймер. Экс. Тотемная башня. Сокодельня банды череп. Сокодел Джипперс. Эй, берегись, а то задену. Сокодельня принадлежит банде черепа. Мы производим самый чистый кокосовый сок на Макумана. Кокос производите? Сок давить, дело нелегкое, слабакам тут не место. Так что держись подальше, пока не поранился. Ты что, серьезно хочешь давить сок? Ну хорошо, попробуй. Сумеешь заполнить сокомерку, признаем тебя за сокодела. Лезешь на дерево, на самую верхушку, и собираешь самые сочные кокосы. Потом несешь их к сокодельне и начинаешь давить сок. Штуки три должно хватить.
Вроде все просто, только я бы на твоем месте ни за что особо не рассчитывал. Я бы тоже на нашем месте не особо ни на что не рассчитывал. С первого раза пройти это нереально. Что мне надо ударить, чтобы они разбились-то? Мы сейчас проиграли уже. Вот, все. Я же говорю, прирожденные сакоделы, это только мы, банда черепа. В общем, я дал тебе шанс, а теперь брысь отсюда. Ну, все. Ты такой себе, ну вот, мне ничего не получилось, все не хочешь. Ну, потом сюда еще можно бы прийти, да? Да. Вопрос, собственно, очень большой вопрос. Как это сделать? Может, эти выкидывают отсюда и все, да? Да. Мне лень это все еще там снизу подбираться. Да. Сейчас я тебе скажу. Здесь я набью. Сейчас. Налево я все-таки сейчас не пойду. Вот тут тоже этот пеночек такой рядом висит. Да, ну придется туда залезть, чтобы... На полу трепайся. А просто скатиться сейчас? Нет, нельзя. Это надо так, желайно вот так. Неплохо. 250. Громко все причем? Сюда надо 10. Время Макумана, Лик Макумы. Осьминог какой-то гадский. Это Ктулху. Ним. Что это? Значок патчмейстера? Как ты, так ты, значит, и есть новый патчмейстер. Я Ним Тол, на чем я работал, управлять жителями острова Макумана. Рад пожать тебе руку, да, только я сейчас буквально связан по рукам и ногам. Очень рад тебя снова видеть. Дело в том, что на Макумы напал богоубийца. Макума – жизненная сила нашего острова. Вначале был этот щип-щип. А. Если мы лишимся Макумы, все рухнет. Сегодня утром богоубийца оставил на теле Макумы свое клеймо. Все произошло так быстро, просто какое-то мельтешение желтых зубов и клыков. Клеймо как-то неприятно пульсирует и, кажется, высасывает из старика силы. Я не знаю, я знаю, что ты еще не успел осмотреться, но дело срочное, и придется сразу же дать тебе задание. Значок патчмейстера оставь себе, он тебе понадобится, когда ты будешь выполнять официальные поручения. Эти письма надо доставить трем вождям Макуман. Заставить их откликнуться на приглашение будет непросто, но это очень важная задача. Нам понадобится вся их сила, чтобы стереть проклятое клеймо и спасти Макуму. Вожди живут в разных местах острова. Начни с хребтового холма, там ты найдешь позвонка. Это я сразу за великим водопадом. Да, тут до хрена чего. Охренеть. Да. Вот это вот наша карта. Потянулся. Привет, патчмейстер. Ну да. Это типа, если ты забыл, можешь подойти и спросить. Ну смотри, в принципе, можем на этом, если что, серию и того. Ты сохранилась тем более. Сейчас, мы сейчас найдем еще. Да. Вот. Еще от этого великого водопада Вилло. Почтовый бугалимон. Крак! Добро пожаловать в ваш личный кабинет. Крак! У вас одно новое сообщение. Хотите его прослушать? Запись идет? Хорошо. А, говорит почтодавчик. Если вы меня слушаете, значит вы новый почтмейстер. Поздравляю вас с новой должностью в островном экспрессе. У вас там небольшой беспорядок. Ничего личного, просто я как-то потерял интерес к этой работе. А так дело простое. Я оставил попугая почтальонскую сумку. Если наткнетесь на пустые почтовые ящики, суньте туда пару писем. Знаете, там, доставка с гарантией и все такое. Договорились? Отлично. Тогда у меня все. Уверяю вам наш старый добрый экспресс. Как мы попали? Да. Как эту штуку выключить? Ах, конец сообщения!
Это почтальонная сумка. Чтобы рассовывать письма по пустым почтовым ящикам, надо нажимать Enter. What the fuck is up here? Вот, теперь мы можем вот сюда совать письма. Почтодактик, короче, нас поставил по полной. Почтодактик? Да. Ну, почтодактик, ничего с него взять. Еще у нас есть место, где можно раскрашивать шарик. Ломка, твой шар ужасно не мод, я бы не прочь вам мочь, но с тех пор, как Макума не в духе, я не могу выбраться наружу и заполнить свои пульверизаторы. Если ты выкинешь капсулу для пульверизатора, пожалуйста, принеси мне, а я уж постараюсь продать твоему шару ведь повеселее. Ну и чипсилет – слоновая кость. Это, конечно, классика, но простовато. Не забывай приносить мне все капсулы, какие тебе выпадутся. То есть самое интересное, что по идее, это вообще у них весь остров построен на том, что они тут с шаром надо бегать, он говорит, что шар кстати, сейчас... Кстати, он один такой. А? Кстати, он один такой. Да, на самом деле, но в теме, что типа сейчас не мод, то есть получается, если предыдущий почти месяц, это проще, они тоже с шарами должны двигаться. Например, как птеродактиль здоровый с этим маленьким шаром, эти узкие лети, он мне бы сказал, нахер или нет, короче, это хрень. Протискиваться в эти узкие проходы за шариком, я тебя, естественно, говорю, это как-то не мое. Вид отсюда просто потрясающий. Ты знаешь, что дорога на Хайтсо Холм начинается сразу за водопадом. Вот. А чуть ниже старая тропа к пещерам, где живут копатели. Но до них не так близко, как кажется отсюда, сверху. Офигенно ценная информация, правда? Я думаю, можно на этом закончить, вот сейчас посмотрим. Окинуть взором все это. Во, и на этой панораме можно, в принципе, не сегодня тогда. Фух, и завершится. Вот такая вот, собственно, игра. Опять же, я, как и в случае с Гарри Поттером, я не знаю, что первый выйдет Гарри Поттер или Йоко. Вот, возможно, даже подгадаю, так они будут выходить попеременно, то есть, поскольку моды пройдет сразу, скорее всего, да. Вот. А не сколько, примерно, равно по времени с Гарри Поттером? Не знаю, потому что Гарри Поттер там еще послала такая, что должна сохраняться, чёрт когда. Там, да, там, ты можешь пройти больше, чем хотел бы за раз. Ну, да. А здесь сохраняешь через каждый полпинка. Ну да, здесь игра такая более дружелюбная в этом плане. Ну ладно, в общем, короче говоря, ссылка на плейлист в описании. Будет прохождение, будет как положено, все такое. Марго будет проходить до конца, она могёт. Вот, да. Вот. Ссылка в описании, подписывайтесь на канал, вступайте в группу, подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автомузыкальной темы, на канал «Жирные игры», на канал «Роза процесса». Вот, щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых видео. Рассмотрите возможность поддержать канал материально, чтобы нам тоже хватало на новый шар. У нас не модно, видите, вообще абсолютно какая-то слоновая кость на классике, конечно, но уже, ну, понимаете, засмеют на самом деле. Вот. То есть, ну еще можно вот в этой вот деревне походить, ну куда-нибудь в город с таким шаром выйти, но уже засмеют, но серьезно скажем, ну ладно, что в конце концов. Ну, прошлый век. Поэтому все, все ссылки в описании каждого видео, всем всего доброго и хорошего видео.